Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Фритидс Тур. Это город Канев. Сюда мы приехали после посещения Шевченковой горы. Шевченкова гора от Канева находится на расстоянии 4 километров. В город Канев, как мы поняли, туристов не возят. Он застрял где-то в 80-х годах прошлого века. Пароходы здесь больше не ходят. Речной вокзал переоборудован в автовокзал. С пристани открывается интересный вид на электростанцию. Наша цель была посмотреть Канев, как он выглядит, и мы хотели искупаться, но как-то с купанием у нас не сложилось, хотя мы взяли с собой все купальные принадлежности. В Каневе, в Днепре какая-то экологическая катастрофа. Огромное количество зеленых водорослей в воде. А вот парк в Каневе. Ну, явно ничего не делалось еще с 80-х годов. Детской площадке, наверное, уже лет 40. Ее никто не реставрирует, не заменяет, не ухаживает за ней. А вот пляж с горами зеленой тины. Но люди все равно продолжают купаться. Их это не беспокоит. Воздух чистый, птички поют, свежо и хорошо. Но как-то с купанием у нас здесь не сложилось, к сожалению. Итак, всем спасибо за просмотр. Если видео вам было полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал Фритидс Тур. Всем пока!